весовая категория до 82 килограмм. Вот она, чудесная комбинация. Зацеп с подхватом, передний переворот и подсад бедром. Считать удержание. Да, это здесь было великолепно, конечно, красивая комбинация. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стал Евгений Алексеевич из Белоруссии и Асылбек Самайлов из Казахстана. Эдилбек Шакир Маматов из Киргизии завоевал серебряную медаль. И Асланбек Кадзаев из России стал чемпионом весовой категории до 82 килограмм. Боевое самбо. Напомню, что соревнования по боевому самбо проходят теперь без утешительных встреч. С этого года утешение в боевом самбо отменили для сохранения, в общем-то, жизни и здоровья бойцов. Поскольку после поражения еще раз выходить и биться, сражаться, это не так-то просто. В боевом самбо это не только непросто, но еще и опасно, поскольку человеку надо собраться опять после поражения. И одно неверное движение может повлечь за собой серьезную травму. В избежание такой неприятной ситуации в боевом самбо, конечно, отменили утешение. Я, пожалуй, соглашусь с этим решением. Жизнь и здоровье атлетов, конечно же, превыше всего. Они все герои, они, конечно же, хотят сражаться, они готовы биться. И после второго, и третьего, и пятого поражения, иначе бы они не были бы атлетами. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но мы все здравые мыслящие люди и все-таки должны сохранять здоровье спортсменов. Итак, звучали фанфары награждения второго блока, и сейчас все готово к проведению финальных встреч, заключительных.